движение, вдох. Вдох, вдох, выдох, выдох. Да? То есть прям растягиваем. Со временем на десятых сможете растянуть. Вот мы с самого сложного. Вернее, казалось бы, для любого новичка самые простые способы, да, таких амплитудных атак, это вот горизонтальные. На самом деле, сейчас вы увидите, что гораздо проще, когда мы работаем диагонально, вертикально. Там должно быть вот не это заваливание, а вот это дошагивание. Да? Мы никогда не обрушиваемся так, чтобы подставить голову. Да. Поэтому сейчас за корпусом следите, за тем, чтобы он не здесь оказывался. Как вижу, на кулаке больше, да? Да, да. Вот. И опять вся фиксация. Очень много распахивания, да, Прихватили, выкинули руку. То есть раз снизу. Ага. Да? Да. Да. Меньше напряжения, Сейчас, давай вставай. Опять. Все проверили. Здесь нормально. Так у меня рука пойдет. Меньше напряжения, локти. Локоть свободен. Свободнее локоть. Вот. Меньше напряжения локти. Только на пальцах напряжение. Смотрите, все работает. Только пальцы делать. Здесь раскатили все. Первое движение. Думайте только о пальцах. Все должно быть расслаблено. Расслабьте локти. Вот, расслабьте.
Опустите пальцы. Почему здесь напряжено? Я вот все равно вижу. Да. Расслабьте. Прям сделайте так. Вы должны почувствовать, как вот все мышцы болтаются. Ничего в них нет. Почему здесь напряжено? Вот. Теперь пальцами сожмите. А здесь расслабляйте. О! Расслабляйте. Поставили. Потащили на себя, на мысок перетекли. Осталось повернуться, например, да, или в этом направлении, или в этом направлении. Намеренно. Оп, бросили.
Оп, бросили. Оп, бросили. Оп, бросили. Моя рука здесь остается, это не выгодно. Угу. Ну, немножко поддеть. Ага. Да. Немножко сквозь. Во! Во! Видите, вот осколок, не осколок, осколок. Во! Вот. Вот. Я бы сюда выглядели ногу для того, что там давить. А здесь у нас вот так. Туда, чтобы надавить. И в этот момент мы понимаем, что нам очень удобно на этом же перетекании выбросить руку.